а это карымские дачи. Находятся за Ингодой в 5 километрах от Карымского. И вот здесь я оказался как раз на месте уже погибшей деревни Баян-Дарги. Вот там остались несколько еще строений. И как раз я сюда пришел, чтобы на старое кладбище Баян-Дарги, чтобы попытаться каким-то образом приоткрыть занавесу тайны кладбищ Карымского. Вот кладбище впереди меня, руины какого-то кладбищенского строения из чистого дикого камня, хорошо обработанного по внешней внутренней стены, ориентированное северо-запад, юго-восток, да. Вот там памятник усопшей, которая родилась в том веке, и там же обелиски, гранитные обелиски, ориентированные, тоже так же, как и бывшее каменное строение, на юго-восток. Потом, то есть, это вот восточная часть кладбища. Значит, здесь были тоже захоронения, но они сейчас исчезли. Вот, потом интересные вот эти металлические в оградке захоронения. За ними, опять же, есть каменные и из бетона сделанные надгробия. Вот эти интересные захоронения бабушек, женщин, рожденных в 19 веке и с классическими забайкальскими крестами, где косая поперечно находится между, в середине креста, между двумя перпендикулярными поперечными. Вот такая часть. Потом опять здесь могилки исчезнувшие. Но опять же подчеркиваю, что кладбище очень шикарно расположено над Ингодой на высоте 15-20 метров. Здесь никаких не может быть катаклизмов замытых. И я вам показывал, что здесь наводнений не было. Могилки старые не замыты. Интересные. Здесь еще момент, ну, хочу почтить память вот и родственникам благодарность, которые вот такую красивую могилку сделали. Наумову Прокопию Матвеевичу, рожденному в 1882 году. И опять же, захоронение послевоенное. Форма, да, это самое, то есть это как раз участник, скорее всего, и гражданской войны, и форма очень похожа, ну, если не служащего железной дороги, то офицера российской армии, еще имперской армии. Опять же, захоронение, здесь не указано года, но опять характерный крест Забайкальский крест. Вот такое кладбище представляет из себя вид кладбища в Баян-Дарги, запутался. Вот это восточная часть кладбища. А вот за этими руинами из дикого-дикого камня, там восточная часть как раз с надгробиями из красиво обработанного гранита. И вот это здание, конечно,
а бывшие жители этого села. Вот посмотрите, это село исчезло на границе 20-21 века. Захоронение здесь, сюда приезжают, хоронят стариков. И в 21 веке остались несколько домиков. А вот как раз что, то есть чисто здание было построено на кладбище, то есть кладбищенская какая-то, скорее всего, церковушка, ориентирована опять на юго-восток, точно так же, как и гранитные обелиски ориентированы на юго-восток. Здесь, скорее всего, вход был. Кто здесь жил, расскажет, что и как. Но здание абсолютно послепотопное или допотопное, но это из каких-то допотопных времен, из дикого камня. Очень красиво стены, посмотрите, выложены, да? Раз, два, три, то есть сантиметров 55-60. Как внешняя сторона хорошо выложена, так и внутренняя хорошо. Вот такие остатки. Пройдем дальше. А это вот уже основное здание было. Это я внутри вот этого домика нахожусь. Ну, внутри размеры раз, два, три, 4,5, например. 4,5 на 5. Вот внутренняя сторона дома была здание. Вот такая. Скорее всего, что церквушка, не церквушка. То есть на чем? То есть умели делать, то есть раствор, какой раствор? Бетонный цемент не может быть. Скорее всего, это раствор на основе извести, гашеной, откуда известь брали, но умели делать. Известь такая темная, очень крепкая, хорошо такая-то. Раствор. Вот такое здание. Уже деревце. Здесь деревья растут очень плохо. И вот дерево это уже старенькое. Этой стены нету. И как будто выход вот здесь. Или внутренний вход был. Но как-то это все очень... раз смотрится так, как что можно было внутрь или в подвал заходить сюда очень гладенько. А вот то, что я вам показывал, как вход с северо-западной стороны, это как раз вот это. Вот это. Вход, если очень похоже на вход, то это северо-запада вход. Вот оставшийся надгробный знак. И вы знаете, это не камень. Это бетон. Это бетон из каменной крошки. Очень монументально крепкий, идеально отлитый. В 4 метрах
от этого бетонного надгробного знака, вот посмотрите, тоже остаток надгробия. И здесь очень хорошо вы можете разглядеть. То есть здесь есть внутренняя часть из грубого бетона с крошкой. Крошка здесь каменная и мелкая галька речная. И вот посмотрите, интересно, вот здесь видно. То есть грубая внутренняя часть, а к ней монолит, в единый монолит внешняя бетонная часть, да, из белого мраморной, из белой мраморной крошки. И получался вот такой красивый надгробие. А мраморная крошка и бетонная, и гранитная, это все недалеко, в 20, а здесь уже и ближе, в 15 километрах отсюда, за Адриановкой, есть как раз карьер гранита, и там же на дороге я видел куски мрамора. Смотрите, на фоне захоронения с крестом, характерным РПЦ-шным крестом послевоенной эпохи, да, за ним обелиск, четко красивый русский, вот такой четырехгранный обелиск захоронения Луконина, 1919 год, это эпоха гражданской войны, здесь еще гранитный обелиск есть. После захоронений нету, хотя одно из захоронений 33-го года, больше, но хотя бы это на этом кладбище присутствует. И что интересно, посмотрите, послевоенное захоронение с этим крестом. И опять же, посмотрите, классический забайкальский крест, похоронный с косой перекладиной посреди между поперечных перекладин. И опять же, прах во Мавроди, похороненный в 56-м году. Опять послевоенное похоронение. То есть захоронений получается до военных и эпохи войны отсутствует. И опять крестик. Ну, церковники вшивые, этой вшивой РПЦшной церкви. Расскажите сказки про кресты Забайкалья. Ну, посмотрите, вот они, звезды и кресты Забайкалья. Достаточно далеко от разрушенного каменного строения кладбища находится вот вырытая часть гранитного надгробного обелиска. И вот здесь я хочу закончить рассказ об этом кладбище вот этими двумя рядом стоящими могилками. Здесь покоится прах Емельчуговой Клавдии Игнатьевны. Похоронена 8-10-10 года. То есть 9 лет покоится ее прах. 8-10 похоронили ее родственники. А уже через 2 недели привезли на кладбище Емельчугова Ивана Степановича. 22-10-10 года был похоронен он. Через 2 недели, скорее всего, то есть рожденный в 35-м году, а Клавдия, рожденная 38-го года. Однозначно, это была семейная чета, в которой муж пережил жену только на 2 недели.
это забайкальский ветер. Не особо злитесь на него, что я его не убрал. Просто это уже восточная часть этого старого русского кладбища, ушедшего в небытие села. А это уже красиво побеленные обелиски самой западной части кладбища. Без надписи, но очень красиво. Вот такое оно Забайкалье.